Отчего у зайца длинные уши? Мантийская народная сказка. Когда появились в лесу звери, самым главным у них был лось. Однажды на лесной полянке разговаривал лось с женой. Мимо бежал заяц. Услышал он, что лось с лосихой разговаривает. Подкрался поближе, прятался за пенек, слушает. «Есть у меня рога, которые я должен раздать зверям», — говорит лось. «Зверей много, а рогов мало. Кому же дать?» Слушает заяц, думает. «Хорошо бы мне рога получить. Чем я хуже?» «Кому вот эти рога дать?» — спрашивает лось жену. Только хотел заяц рот открыть, а лосиха отвечает. «Эти оленю дай, будет защищаться ими от врагов». «Хорошо, а вот эти большие кому?» Тут заяц не вытерпел, высунулся из пенька и кричит. «Эти мне дай, мне, зайцу!» «Что ты, братец, куда тебе такие рога?» «Как куда? Мне такие рога очень нужны. Я всех врагов буду в страхе держать, все меня бояться будут». «Ну что ж, бери». Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал. Вдруг с кетра большая шишка свалилась ему на голову. Подскочил заяц и бежать. Да не тут-то было. Запутался рогами в кустах, выпутаться не может. Бежит со страху, а лось с женой хохочет. «Нет, брат, трусливое у тебя сердце. А трусу даже самые большие рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши. Пускай все знают, что ты послушивать любишь». Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные-предлинные.